Как вы знаете, ВПЧ инфекция, она является актуальной медико-социальной проблемой. Папилломовирусная инфекция – это одна из самых распространенных инфекций, передаваемых половым путем. И на сегодняшний день более 440 миллионов человек в мире страдают от инфекции, связанной с вирусом папилломы человека. Вот посмотрите, 11,7% женщин в мире с нормальными цитологическими данными также поражены вирусом папилломы человека. Показатели пораженности ВПЧ по данным цервикального скрининга в разных странах варьируют от 1,6 и до 41,9%. Следует отметить, что большинство женщин сексуально активных в течение жизни минимум один раз будут инфицированы тем или иным типом вируса папилломы человека. На сегодняшний день, как вы знаете, идентифицировано около 200 типов вируса папилломы человека. Из них не менее 40 – это возбудители генитальных инфекций и вирусы эти принято разделять по степени онкогенного потенциала, различают ВПЧ высокого онкогенного риска и ВПЧ низкого онкогенного риска. Если мы говорим о высоком онкогенном риске, чаще всего это, конечно же, 16-18 типы, которые вызывают дисплазию шейки матки и рак шейки матки, то есть могут являться этиологической причиной. И ВПЧ низкого риска чаще мы встречаем 6-11 типы, которые могут вызывать развитие анагенитальных кандилом. Важно обратить внимание на стадии развития ВПЧ инфекции. Первая стадия – это стадия репродуктивной инфекции, когда вирусная ДНК находится в клетке в эписомальном, свободном состоянии. В этот период возможно самоизлечение при условии нормального функционирования механизмов клеточного иммунитета. И если говорить о воздействии, назначении препаратов, которые мы назначаем иммунотропных и так далее, наиболее эффективное воздействие это будет именно в этой стадии инфекции. И стадия интегративной инфекции, когда ДНК вируса встраивается в геном эпителиальных клеток, и вирусные онкобелки Е6, Е7 вызывают бесконтрольную пролиферацию, которая приводит к накоплению генетических дефектов, наконец, малигнизации, а также выраженную иммуносупрессию вызывает. Если говорить о клинической классификации ВПЧ ассоциированной поражения нижнего отдела гениталии, то она представлена следующими формами. Клиническими – это видимые невооруженным глазом, это экзофитные кандиломы или остроконечные кандиломы, то, что мы с вами встречаем. Субклинические формы, которые не видны невооруженным глазом, протекают бессимптомно, выявляются только при кольпоскопическом, цитологическом исследовании или гистологическом исследовании. Это могут быть плоские кандиломы, малые формы инвертированные кандиломы с локализацией в криптах, это может быть кандиломатозный цервицит и вагинит. Латентные формы, когда мы обнаруживаем ДНК ВПЧ молекулярными методами, но при всем при этом нет морфологических признаков папилломовирусной инфекции. Цервикальные интраэпителиальные неоплазии, рак шейки матки, интраэпителиальные неоплазии и рак другой локализации. На сегодняшний день, если говорить о ВПЧ ассоциированных заболеваниях, наиболее распространенная форма этого заболевания – это анагенитальные бородавки. И вот посмотрите, заболеваемость 120,5 новых случаев на 100 тысяч женщин в мире. Пик заболеваемости – это наиболее активный такой возраст, 20-29 лет. Часто имеют и не только одного полового партнера, и, соответственно, пик инфицированности приходится именно на этот молодой возраст. В России частота встречаемости анагенитальных бородавок составляет 18,8 на 100 тысяч населения. Частота рецидивов заболевания составляет от 20 до 30%. Это тоже важно знать, потому что, несмотря на те методы лечения, которые мы можем использовать, соответственно, есть возможность рецидивирования заболевания. Не всегда получается добиться полной элиминации вируса. Предраковые заболевания ВПЧ ассоциированные, это большей частью 33% патологии, это цервикальные интраэпителиальные неоплазии. Вероятность прогрессии цервикальных интраэпителиальных неоплазий в рак шейки матки возрастает пропорционально увеличению степени дисплазии. Если при цервикальных интраэпителиальных неоплазии первой степени они составляют 1%, то посмотрите, при цервикальных интраэпителиальных неоплазиях или тяжелых дисплазиях, то это уже 12% малигнизации. И следует отметить, конечно, что длительное более 2 лет персистирование вируса папилломы человека в эпителии шейки матки является главным фактором прогрессии цервикальных интраэпителиальных неоплазий в рак шейки матки. Обладают
Вирус высоким онкогенным потенциалом. Доказана на сегодняшний роль, на сегодняшний день роль вируса папилломы человека в развитии 6 видов рака шейки, матки, это вульва, влагалище, пенис, анус, орофарингеальный рак. И в большинстве случаев, почти 90% случаев, это, конечно же, составляет ВПЧ-ассоциированный рак шейки матки. И если говорить о раке шейки матки, то это одно из самых, наверное, распространенных, опасных, злокачественных новообразований, которые мы встречаем в своей практике, занимает одно из ведущих мест, по данным вот, литературы, второе место среди неоплазии у женщин в возрасте от 15 до 44 лет. В мире ежегодно регистрируется более 600 тысяч новых случаев ВПЧ-ассоциированного рака, 90% из них приходится на рак шейки матки, и половина из них, конечно, заканчивается летальным исходом. В России в 2018 году выявлено почти 17 800 новых случаев рака шейки матки, умерло более 6 тысяч женщин, и на долю рака шейки матки приходится 7,5 смертей от всех онкологических заболеваний у женщин. Это тоже, по сути дела, немаленькая цифра. ВПЧ высокого риска, чаще всего 16 и 18 типы, обнаруживаются в более чем 50% случаев дисплазии, почти в 100% случаев рака шейки матки, это доказано. Обладают они также доказанной онкогенностью, как вы знаете, была получена Нобелевская премия за то, что было доказано, что вирусную природу имеет рак шейки матки. И как вывод, конечно, ВПЧ это главный фактор риска развития рака шейки матки. Во многом течение папилломовирусной инфекции зависит от состояния иммунной системы организма. В 70-80% случаев папилломовирусная инфекция спонтанно регрессирует. После элиминации вируса папилломы человека у части женщин могут сохраняться субклинические проявления инфекции, которые могут переходить в клиническую фазу у женщин с нарушением иммунитета. В 20-30% случаев могут наблюдаться прогрессирование заболевания. И, как уже говорила, длительная персистенция ВПЧ способствует также и рецидивированию заболевания, не только переходу цервикальных интраэпителиальных неоплазий в рак шейки матки, но и возникновению рецидивов заболевания в дальнейшем. При нормальном функционировании клеточного иммунитета возможна самостоятельная элиминация вируса папилломы человека. Это доказано. Если говорить о иммунопатогенезе ВПЧ-инфекции, как вы хорошо знаете, вирус имеет такую способность ускользать от нашей иммунной системы, обусловлено это тем, что репликационный цикл происходит в эпителии, нет лизиса и так далее. Но также доказано, что еще есть определенные механизмы, которые позволяют ему ускользать, такие как торможение миграции, активация клеток Лангенгарса. Это подавляется синтез интерферонов, препятствует презентации антигена. И в большинстве случаев ВПЧ элиминируется из организма в течение недель, месяцев посредством специфических Т-клеточных механизмов. У 10-15% женщин развивается недостаточный Т-клеточный ответ, и в результате устанавливается персистенция вируса папилломы человека, и получается как бы такой порочный круг. Если говорить о методах диагностики, основных направлениях диагностики ВПЧ-ассоциированной патологии шейки матки, на сегодняшний день мы имеем большие возможности. Ну, понятно, что цитологический метод и ВПЧ-тестирование как методы скрининга в первую очередь, да, используются с определением также вируса, нагрузки и так далее. Расширенная кольпоскопия, которая дает нам возможности определить патологически измененные участки на шейке матки. Морфологическое исследование, которое помогает нам на этапе окончательной постановки диагноза. Но на сегодняшний день мы имеем также новые возможности, такие как иммуноцитохимические, иммуногистохимические методы определения онкобелков P16-Ki67, экспрессию МРНК функциональных генов человека, микро-РНК определение, маркеры метилирования, протом цервико-вагинальной жидкости. По сути дела,
с каждым разом появляются все новые и новые возможности диагностики, в общем-то, ВПЧ-сцерной патологии, в первую очередь, это предраковых и раковых заболеваний шейки матки. Если говорить о терапии, какие задачи терапии перед нами стоят? Это, в первую очередь, предупреждение прогрессирования заболевания, это устранение клинических проявлений заболевания и, конечно же, уменьшение числа рецидивов в том случае, если нет полной элиминации вируса. И, конечно, выбор метода, объем используемого комплекса лечебных мероприятий, он зависит от локализации и степени поражения эпителия вирусом папилломы человека, а также и от состояния иммунной системы конкретной пациентки индивидуально. Если говорить о методах лечения, то единых стандартных методов лечения нет, единого протокола не разработано, но основные методы – это деструктивное лечение, все они перечислены, не буду останавливаться. Деструктивное лечение в сочетании с фармакотерапией, там, где имеется сочетание с различными инфекциями, передающимися половым путем, вагинитами и так далее. Ну и также, как уже сказала, чаще всего мы используем, наверное, деструктивное лечение, иммунотерапию, когда проводим терапию тех или иных заболеваний, обусловленных вирусом папилломы человека. Но следует отметить, что локальная деструкция очагов поражения не позволяет добиться иногда полного излечения от ВПЧ-инфекции, поскольку она направлена на удаление только видимых повреждений. Удаляется только поверхность слоя эпидермиса, без санации базального слоя, где могут оставаться вирусы в неактивном состоянии, которые при снижении иммунитета способны активироваться и вызвать рецидив и инфекции. Если говорить относительно рецидива инфекции, посмотрите, риск рецидивов после деструкции очагов, по данным литературы, составляет от 25 до 30%. И в связи с дисбалансом иммунной системы, когда остается неполная элиминация вируса папилломы человека происходит, то схема лечения ВПЧ-инфекции есть, так сказать, необходимость включать иммунокоррегирующие препараты. Цитокинотерапия, что это такое? В последнее время все больше и больше уделяется внимания использованию цитокинов в качестве лекарств, которые могли бы повысить локальный иммунитет и снизить активность вируса. У пациенток с дисплазией шейки матки обнаружено пятикратное повышение концентрации интерлейкина 1-альфа, 1-бета на фоне низкого интерлейкина 8 и фактора некроза опухоли. И вот одним из таких препаратов, содержащих цитокины, является препарат Суперлимф, который представляет собой естественный комплекс природных противомикробных пептидов и цитокинов, которые являются универсальными стимуляторами иммунной системы, и среди них определена активность интерлейкинов 1-6, это провоспалительные цитокины, которые обеспечивают мобилизацию воспалительного ответа, фактора некроза опухоли, фактора, ингибирующего миграцию фагоцитов, трансформирующего фактора роста, который также является элементом обратной регуляции иммунного ответа и прежде всего воспалительной реакции, а также стимулирует он регенерацию и эпителизацию раневых дефектов, что тоже немаловажно, когда мы проводим деструктивную терапию и в комплекс терапии, в принципе, включать препарат дает очень хороший эффект. Цитокины являются регуляторными белками иммунной системы. Они координируют все этапы развития воспаления и адекватность ответа на внедрение инфекта, обеспечивая его удаление, а затем и полноценную регенерацию поврежденных структур тканей. И суперлимф в этом плане настраивает физиологический иммунный ответ за счет балансирования про- и противовоспалительных цитокинов. А главное, предупреждает рецидив инфекции, связанный с дисбалансом иммунного состояния. Это выпускается в виде ректальных суппозиториев, ректальных и вагинальных, содержащих 25 единиц. Способ применения по одному суппозиторию в сутки, длительность курса 10 дней. С целью профилактики возможных рецидивов допускаются повторные курсы через 2-3 месяца. Мы имеем опыт, накопленный использование данного препарата у пациенток с ВПЧ-сцерными заболеваниями шейки матки. В частности, были проанализированы эффективность моно- и комбинированное лечение у 60 пациенток с
со слабо выраженными изменениями эпителия шейки матки на фоне ВПЧ-инфекции. Две группы. Основная, где было комбинированное лечение, деструктивное плюс суперлимф. И в виде контрольной группы, где проводилась только монодеструкция. Схема лечения, они представлены, не буду это озвучивать. Посмотрите, мы получили отрицательный результат на ВПЧ-тест, то есть в составе комплексной терапии суперлимф он способствовал снижению и локального воспаления, и оказывал антирецидивное действие в отношении ВПЧ и так далее. Также было показано, что сокращаются сроки репарации после деструктивного лечения на фоне суперлимфа в два раза по сравнению с группой контроля. И положительный прогноз лечения, если мы говорим о лечении, зависит от раннего выявления ВПЧ-ассоциированной патологии, своевременного лечения, целью которого является элиминация вируса папилломы человека и предотвращение рецидивов, соблюдение, конечно же, пациенткой рекомендаций врача, ну и, конечно, мониторинг пациенток, что тоже немаловажно. Благодарю за внимание.